Прощай, до свидания, Минск. 2 дня веселухи, постоянное стояние в каких-то очередях, постоянно какие-то передвижения по городу. Я столько за месяц не доездил, сколько в Минске за 3 дня. Но, правда, есть результаты. Это песня. Все, Никуха, прощайся с городом. Летим мы в твою любимую деревню. Дыши широкой грудью пока. Хорошо выглядывает, да? Из своей машины. Так, ну что? Все, на выезд. До свидания, Минск. До свидания, родные пенаты. Поедем в другие родные пенаты. Я думаю, с кем он разговаривает? Я разговариваю со своим телефоном. Вот я вижу. Вот и полетели. Полетели мы. У нас тут кое-кто вылетит еще из окна. Да. Солнце летит, у нас летит. По нашему любимому проспекту Партизанскому. Да, проспект жизни. Всю жизнь тут. Сколько помню себя вечно, все тут прощала жизнь. А я нет, я... Сознательно. Я вырос на другом конце Минска и как-то к нему был привязан. Я вообще не думал, что мне в этой жести вообще придется жить. Жесть. Не, ну раньше это был... Сейчас это район как бы уже стал нормальным, но раньше тут же было невозможно. Почему? Ну потому что заводы все работали тут. Народ тусовался. В автобус не влез. Метро ж не было когда-то давно. Ты знаешь, такого количества населения давно тогда не было. Не было, но тогда и город был в 2 раза меньше. Вот такие дела. Затарились мебелью мы с тобой. Офисной. Купили всякой ерунды. Нет, 955 и самокат стоит. И все, едем назад в свою любимую деревню. Свою обитель. Но я тебе скажу, что тут что-то сделать, да, это целое дело. Тут вспомни, как мы катались по городу. Это у нас можно было съездить в Брасов и обратно, половить рыбу на этом бензине. Целерки. Ну тут место такое, тут вечно столпотворение машин, людей. Не, людей, кстати, не очень много. Машины тут в основном шпарят. Так, надо вовремя перестроиться, а то будет ектады, чтобы не проскочить мост. Слушай, ну вообще, показываешь повороты, нет, он все равно будет тиснуться и слева, и справа. А там какая-то женщина за рулем была. Нет, тут вон бородатые женщины не бывают. Бородатые, вот которые натаиваются на этой синей? Да. Ну и да, ехал он как женщина, но борода у него присутствует. Так, теперь нам задача не проскочить наш любимый мост. Вот это вот перестроение у них, я не знаю, тут вечная история. Потому что движение всегда. Я понимаю, дело сейчас в том, что еще рабочий. Этот же участок строили они по-новому. Бутылка. Ой. Тепло стало. А мне кажется, что это каждый раз, что так в стекло, что ты понимаешь, летит. Ай, ты меньше обращай внимание. Удовольствием. В машине такое бывает.
Вот такой выезд у нас. А еще пятница сегодня. Сегодня не 13-е у нас? 23-е. Ну, почти. Почти 13-е. Эх, и вовремя мы еще выбрались. Сейчас же начнется массовый выезд из города. Пятница. Во все направления. Так что нам надо выскочить быстрее. Вот и кольцевая. Что такое? Стирать надо было, просто стирали. А, эту самую шлейку. Поленилась. Да не поленилась. Память коротковата. Память коротковата. Стирать ее это где-то 5 минут и того нет. Ладно, человеку показываешь поворот, он же должен понимать, что ты выходишь. Нет, ему надо проскочить перед тобой и повернуть направо перед носом. Это же колхоз, как был колхоз и остался. У нас в колхозе лучше ездить, чем... Серьезно? Да. Недавно я слышал. Не, у нас в колхозе хорошо ездить, особенно на мотоблоках. И великая стихия. Да вот, девчата, вырываемся мы на оперативный, так сказать, простор. Почему девчата? Ну так а вы у меня кто? Ты с Никой девчата? Нет, мы не девчата. Ладно, мы давайте. Собачата. С одной стороны, слышишь, везде этих понаставили табакерок, да? С другой стороны, везде эти сигареты на узел завязаны. То есть одной рукой давайте курить, а другой рукой курить вредно. Никак не может определиться государство, как ему лучше. Чтобы ты курил или чтобы не курил? Жив еще курилка. Смотри, понаставили уже и тут рекламных этих щитов. Как-то было меньше. Не знаю, по-моему, да? Я уже не помню. Ты едешь, дорогу смотришь. А, о, видишь, здесь должна быть наша реклама. Танька, вам с Никой разработать свой стиль. Это Степянку мы проезжаем, да, или что это? А Слепянка. Уже Слепянка, Слепянка это. Может быть, я никогда... Слепянка, Слепянка. Сколько живу, я Уруч. Никогда не помню. Где Слепянка, где Степянка? Одна из партизанский них, район. Кольцевой, другая вот в районе Уральской, там. А Куиску, не знаю. Ну, вот примерно так вот мы ездим. По кольцевой дороге. Это старое название. Слепянка и Степянка знаю, это деревни были. Ну, ну да, в Минске было деревня, там не может быть. Конечно, были деревни вокруг. Ты там что? Уральская. Это район, это самого. Все, не спорь со мной. Это все название деревень. Каменная Горка. Каменная Кунцевщина. Горка, согласна. Кунцевщина, согласна. Это Малиновка, только я не помню. Ну а это было центр города. Какой центр города? Напротив завода автоматических линий. Ну что ты мне говоришь? Да при чем там автоматические линии к Степянке? Скажем. Через дорогу туда, вот на Уральскую, и там Степянка. Или Слепянка, не знаю. Короче, не путай ты никого. Здрасте. Там 6-я больница еще. Все, все, Таня, давай мы замяли эту тему. Ты про Козлова говоришь, автоматические линии. При чем там Степянка? Там через дорогу и на автобусе там пару остановок. И это начинается с тебя. Ну вот, а это уже Уручье точно.
Першемайский район. Хорошо идем. Серик, смотри, какой торговый центр тут. Или через Логойск. Ой, как хочешь. Поздно мы выехали, 15:10. Можно было через Логойск. И поедем, как ехали по старой. Советский район. Мы уже три района проехали. А небо какое, смотри. Идем на грозу. Чувствуется. Ти-ти-ти-ти. Жилик увидел, что мы его обгоняем. Заиграла кровь молодая. Рванул вперед. Куропаты, видишь, кресты. Но есть кресты. Не поснимались. Перед рестораном своим этим на гостях поснимали. Ну вот, скоро наш поворот. Свалка, смотри, какая здоровенная, телекон такой торчит. Никогда не обращал внимания. Жара целая. Чего он жмется? Намядил. Дика, ты хочешь намядил?
Там, как всегда, какая-то катавасия. Милиция стоит, показывает. Нам тормознули? Нам не тормознули. А, значит. Но они тут стоят, во-первых. Угу. Так, мы выезжаем из города. Чувствую, впереди ждет нас дождик, причем, мне кажется, прилично. Ты как думаешь, Татьяна Николаевна? Можно я подумаю? Идем на грозу. Все, полетело. Самый опасный момент, когда начинается дождь. Причем такое, да. Могут не понять это. Короче, вот так идем. А тут как не бывало. Руки заняты. Снимать радугу это мое в этом году занятие такое. Что-то в этом году осенью как-то много радуг было. Часто высыпаю. Не достает она до камеры. А может достает, я так слабо вижу. Погода такая, да, меняется резко, чик. Чик-чирик. Thank you.
Оттуда вот такая у нас белорусская Швейцария. Да? Это Логойский район или еще не Логойский? Я без понятия. Короче, тут такие у нас горки с лесом. Буду включать музыку так периодически. Нет, тут дорога хорошая, интересная. Такая живописная. Подходи. О, Логойский район. О, мой Логойский район. А тут вот стоит у нас радарчик. Мы все про него знаем. Желательно не попасть на него. В опраты. Красивые места, да? Вот едешь и просто, вот кажется, как на дроне полетал. Никогда же он смотрит с интересом.